слышать английские термины, к ним тренера будут обращаться на английском, останавливать их. И я думаю, что так как баскетбол у нас был придуман в Америке, то я думаю, что услышать и да, выучить эти термины от носителей будет очень интересно, поэтому ребята должны себя подготовить, они должны заранее читать, слушать, учить для того, чтобы быть готовыми реагировать и чувствовать себя комфортно в этой атмосфере. Kids, I invite you to my summer camp program in Los Angeles. Young Kings Basketball Academy is waiting for you in November. So please pack your bags and let's get ready.